Целка в соло сносила с меча 20 хм. А ты в это, ты ну в да, целка в соло, кидала? душа дракона 5. Ой, ты в нашу беседу кидала, куда ты ее кинула, блядь, я хочу поражать. У меня там свой БДК-танк есть, правда, я его купила за 3 косаря. Теперь там не играю, но, короче, я там соло ДК проносила целка. Вон нашел, короче, картос. Сейчас я вам скопирую его. Блять, говно. Вот, смотрите, как картинка веселая. Будущая жара. Бабу вроде бить нельзя, да? Всех бьем. Почему баб нельзя бить, да? Видно, что они, сука, сироса все, блядь, дамажить даже не умеют, сука. Еще ведьма должна вылезти, да? Сколько разбойников на мои токены нет. Надо нахуй уходить. И вот такие вот, сука, 250 эфилемов берут, нахуй, в рейде, блядь. А, сука, армсов 242, блядь, которые дают больше мили пресс, никогда не было. Ну шо, войт, блядь. Ничего себе, блядь. Видел войт, что он делает, нахуй? Скары падают, шмотки, как сыка. Не-не-не-не, они телепортируют Долоран, нахуй. Кто? Эти ботинки, блядь. Какие? Блин, а, почему да. Я их не заролила? Блин, Марк, мне это нужно. Рубиновые. Они вместо камня идут, походу. Ну, тоже выиграют эти супер туфли. У меня еще будет портал Греймарк. Еще один. Хочу, хочу. Ну? На мага, блядь, породы. Ша, я их сролю, бля, буду.
Опа. А, сука. А посмотри, они стакаются с камнем или нет? В смысле стакаются с камнем? Ты о чем? Ну, они чтобы не были вместе с... Когда они не имели свои места, как камень, нет, один. Ну, ты хочешь, я к станову, что ли? Да не знаю, мне маг просит их. Ну, если у него хуже, то можешь дать, но неплохо. Где он? Тебе уже решил. У него 226-е. А у тебя какие? У меня? У меня точно такие же, только без порталов Долоран. Дам ему. Зачем магу такие тапки, непонятно. Портал в Эймар все равно есть. Скажи про Дамну. О, вот Локу. Да, Локи, демоны, вот им бы зашло. То есть ты, по-моему, тут налево. А, потом. Кого там урна? Давайте, подбегайте, у меня урна есть. Так, мне надо закрыть охоту хотя бы на этой неделе, блядь. На паладине. Кто на прошлом когда не закрыл, блядь? Мак 233, нихера себе. Почему он так гоняет меня? Вызываю, да. Почему он так сильно обогнал мне плечи? Он аркан. У него 24 нет, есть? Нет, я не по ДПС, я по гиру смотрю. Че, кольца нормальные? Тринкина. Ну да, кольца, тринка. Ну как нормально, это говно, тринка. Они все прожимные. Для аркана, да, нормальный тринка. У них когда вообще не было? Там прожим 3 минуты. Они бомжатские. Спасибо большое за игру. Ты не мог ставить войд за Берни. Ой. Сука, это там антифирана. Ну, сразу ведь шаманы. А ты не видишь. Ой, ты тут? А, блядь, он скажет. На второй дроне есть. Вы что, блядь, на клаве уснул, что ли?
Не знаю. Ну, ладно, это будет охуенно. Тебя бойт, наверное. Че ты гонил, когда ПС у вас? Ну, кстати, нету разницы, бля, сколько ДПС, нахуй оно взлетает в процентах. Престо обычно капли дают, если я в таких ситуациях видел. А вообще возложение это не... Да, проще капли дают. Ты хотя бы урон будешь забирать от него. Ну, видишь, трэш так идет с ним. Я его вызабрал. Будет добавлено под ПС. Так когда он начал бить? Залипай уже. Давайте пошли. Сейчас розу гоню еще. Никогда не угадаешь, какой у меня третий символ, блядь. Лимон. Символ безумного Эрела. Не его. Ну, такой для древых танков символ. Не, просто у меня был ПВП-шный билд, я так и до сих пор не сменил, да. ПВП, да, собой. Ну чё, я обогнал, блядь. Двух человек. Хуйня какая-то упала. Гродак танковский, да. Синие слоты. Нормально. Что, 84 стана? Что, блядь? Нормально.
Блять, нихуя себе. Защита 60, как тебе сразу 3 камня? Мам-мам-мам. Парирование на 55. Ты просто там нормально. Силы неплохо. Но пускай забирает, плохо. Смотри, как снял с них этот крайний стихий. Сразу урон прилетел магический. Смотри, какой-то баф сопротивления магии повышен на 200. С таким бы бафом десендуру танчить. О, видишь, как ВКФ пошел. Кто-то смотрел это шведский суровый повар. Что шведский? Суровый повар. Понятно. Что за говно? Мастер такая, блядь, предвзятая нахуй. Скептическая реакция на все. Так же, как я ненавижу этот, блядь. На все в этом мире. Игру престолов, на. Ходим на сериал, ты чё? Не шаришь? Сколько лет, кстати? Мне? 23. Ну, блядь, подрастёшь, нахуй. Будешь, мне нахуй. Просто жирный уебан, чё ты доебался? Жирный стример уебан. Слышал, ловит, блядь. Я чуть какао не выплюнул, блядь. Самокритика, уровень 100, блядь. Я просто же ебан, чё ты доебался. Кто там с меткой, садитесь. Шана, бульбаба. Нано. На Берка, Берка, Берка. Отойдите все от него. Не идите за ним. А, блядь, похуй, идите. Чуть метки не было вообще. Я прочитал сифилис. Там прошла, вот сегодня прочитал. Че за, блядь, какой-то рофл был прикольный. Я забыл, сука, ты говорил про этот, блядь. Что там было, на? Я не помню, что ты, блядь. Вот запись есть? Угу, сейчас есть. Попробуйте вспомнить, что там было тогда. Сикана. Че, почитал там, это в рейде какая-то хрень. Ну, что-то Лачитан говорил, ну. Мне пришлось шлюха. Че-то, да, какое-то такое было. Веселая. Как там похож был. Веселая херня, да-да-да-да-да. Потаскушка и что-то там такое. Ибо две пачки, осторожно, давай. Пачки, я иду к вам. От ближнего боя. Мана уебались. О, смотри, берегашка есть, просто. Нихуя себе. Отъехал, плюс. Готовь БР. Ага. 4 секунды.
Не люблю этих мобов. Блин, что-то захотелось на Пандарю вернуться и попоупешить за своего рогота. На катаклизм захотелось вернуться. Это скоро пройдет. Хочу всех шотать на БГ. Ты лучше мобов не станешь. Это не мишка стоит. Лучше сумрак научить танчить. Сап метками сорубка, горота, подлый трюк. Я помню эту рота. Ну чё, сюда хил будет или чё? Долго это сидеть? Да не будет хила, блядь. Ну вон тебе положение кинули, блядь. 8 секунд держу и без отхила. Чё пристанет, ведь некому. Тело пернули даже, не. Манка восстанавливается после их убийства нормально. Сука, они мне всю ману спалили сразу. Чё, садли тебе по штучке? Сам их нахуй сам. Ты долго бегаешь. У тебя на ногах, наверное, чарки нет на скорость. У тебя танка смотри нету. В смысле? У тебя вон на ногах чарка, выносливость, ловкость. Ой. У тебя всего лишь 15. Ну, 22. Сука, опять ману все спалили. Не топовая чарка. Я знаю, а смысл не топовую чарку делать так? Если даже на мейне нету топовой чарки. Как не заебали ману полить, суки. Ты им карты бьешь? Там карту чародейский зал. Попробуй дать им. Кто там? Таурен, паладин? Там ману жрёт. Топ, не. Ебаные, щит, я уже давал топ. Щит, кинь. Ну, правосудие. Элементарий гнев, гнев не работает. Котом стан, давай его, хорош. Ну, это же я всё-таки. Дал я еще мишки. Шаман начал сбивать. Честно хотел. Ну видишь, когда ты все гораздо легче. Мне сука на правый Ctrl стоит нахуй кнопка в дискорде, короче, блядь. И в то же время мне на Ctrl 4 стоит нахуй печать на ману, блядь. Зажимаю я Ctrl 4, конечно, блядь, и ставится, сука, печать на ману. Ёпты. Чем 4? Ты чё, макросы нет на плать на адро? Нахуй мне макросы, мне на всё резко. Чё, изи. Ротация 9. О, стоим, стоим. Одной кнопкой держишь шагом. И чё шакалы творите, блядь? Ману надо хилу, блядь. Пусть труид дольёт, вода выберет. Сука, я сейчас его еще кикну нахуй. Серьезно, блядь. Кого? Феррала, блядь. Зачем? Слышу, вот я, короче, понял, как с помощью мастер-ролла можно тикать людей. Короче, пишешь, что кто-то что-то не делает, блядь. Главное, чтобы люди были не в тисе. Вот, мастер-ролл начинает там спамить в чат, блядь. Делает то, нахуй, делает то, у него горит срака, потому что не продолжает это не делать, и он их тикает. Ему сейчас, сука, спам начнут написать. Какой угроза, блядь. Вообще просто ставим мастер лута, блядь. Дикий рэп. Мастер лут, да? Вот только по приглашению.
Блядь, жду Люцифера, нахуй, сука. Когда я выйду? Выйду. Пятый сезон, блядь. Что за Люцифер? Сериал? Да. О чем? О Люцифере, не поверишь. Понятно, что, блядь, по названию понятно, что, блядь, не пробурать. Хотя бы интересно, это чё-то. Да, хороший, типа, он, Люцифер, блядь, надоело ему, нахуй, сидеть в аду, нахуй, и он вышел, блядь, в мир, короче, и к людям, и с людьми там живет, короче, желания всякие исполняет, блядь. Без него занимается. Да, дрочит он, блядь. Короче, менеджер Джинна, да? Короче, и он потом встречает одну девушку, она детективная, хедакер, блядь. Вот, и там он потом встраивается вместе с ним на работу и, короче, какие-то разные случаи разгадывает. Бодрикольно. Блин, захотелось посмотреть. Ну, хотя бы жарить ее там. Нет, кстати, он в нее влюбился, единственная девушка, которую выебать не может. На 4 фильма. И он, короче, бессмертный, но только когда она возле него, он, блядь, встает смертным. Какая-то херня, по-моему. Посторонние вообще. Посмотреть трейлер, да? Точно не буду смотреть. Я мне тоже бы с этого перехотел смотреть, но типа, блин. Люцифер. Вообще такая фигня будет, бывает в тупых аниме всяких. Забит. Это как, знаешь, как Супермен, да? Ну, он вроде бы Супермен, а он криптонита ему ебанешь, на хуй. И все, и не стоит. И все, и я боюсь спросить, Джек, откуда ты знаешь, почему Супермен... Часть криптонита. Ну же после криптонита вялости, нет? Да, он вялый. Вялый! Пиздец. Вялый. Пока скушай, да? О, блядь, я вас перенамажу. Блядь, это за шутка спалённая. Сидит 15-летний ребёнок. Что ты знаешь, блядь, про детей? Так, опа, перчатки на мага, очень плохо. Потому что у меня такие есть. Жалко, что они не на рогу. На мейн-спектре. Потому что у меня таких нет. Вон, Локи. О, а дай мне плечину. Они у меня, походу, такие же. Блин, второй маг собрал, блядь, 2-4. О, у меня выскочила табличка. Кому что? Плечи? Сука, хант, ДК, маг, лок. Так, лока нет, магов нет, ДК нет, хантов нет. Как-то нету. Фон маг есть. Ему надо? Да, мне не нужно, мне не нужно, есть перчатки. Ну хули он дрочит, сидит, блядь, пишет в них. Так он паролил вообще-то, он 31 кинул. Чё, у мага кидает? Поставит, чата нету. Каждый сам за себя. У меня же есть кисти. Сейчас, блядь. Метка цели, где это, блядь? Желтый системное сообщение, да, вот это хуйня? Ну-ка. Хорош, теперь вижу. Плечи с кого падают? Класс? Нет. Класс-то башка. А плечи с кого? Грул магик, блядь, первый босс, нахуй, Гурле. Ну, а башка... Ну, башка тоже стоит. Коту что, ловкость вбивают, да? Котов? Я видел тут дохуя котов в силу, нахуй, вбитых, блядь. Ну, они неплохо так и дают. Силу? Танков, нахуй. Смотри, куда у них усилки раскиданы. Вот осматриваете героя, вы же не видите. Там, сколько усилков вбито в ловкость, да капа, а все остальные в силу они. Ловкость, ну это как, блять. Я не знаю, я в котах не шарю, просто помню в чатике в РПК, что коты там обсуждают. Я нет, помню, капа. Что на циркуле, блять, брали шею нахуй сараски, блять, силовую, блять. Да это что-то Лимон посмотрел это, блядь, АФК, ну? Да нет, он в рейд пошел. Там начало эпичное, так показывают таланты, там все дела.
кто-то психологом говорит, короче, потом. Он? Да. Надо посмотреть. Там, блядь, они все еще 10 уровня, когда ты пизда, блядь. Там как лут потом падает, ну, удаляет чара или что нахуй. Погоди, нет, не спойлеры, хочу посмотреть. Я сам забыл, нахуй, что за спойлер, блядь. А, так, сука, блядь, не успел. Вот нубы, блядь. Вообще, тохта жопа. Еще вон Сагрик стоит на входе, блядь, на переулке. О! То, что я хотел, блядь. Репа, блядь. Давайте еще третьего нахуй. Че за ней? Ой, да сейчас повод. Не, никуда, я пузырь нажал, блядь. Охую как королю, блин. Ну, сука, в отражалку не бейте, блядь. Что происходит, блядь? Ну, кто-то пиздит. Блядь, там квест кому-то нужен. О, пошел Макар, блядь. Я тоже, блядь. Ты тоже? Не, нет, нихуя квеста. У меня тоже. Я это, РБК не пройден. Сейчас немножко приоденется, немножко. Надо под Гитсмана сходить. Ля-ля-ля. На следующей неделе. Закрыть чушкарик, если все эти самые. Я, сука, себе залил, блядь. Чуть не сдох, нахуй. Пробава заранее. Смотри, давай так сделаем. Слышишь, что? Ой, по поводу Ика, вы там спрашивали, я так посидел, подумал, короче, в воскресенье соберу его. Ик, потому что, ну, в воскресенье люди будут, а понедельник, вторник всегда уже хер. Так, во сколько воскресенье? Ну, давай поставим. 5 часов на 5. Ага. Делов-то на час. Виплик, да? Да, можно начать в 5. Ой. Блин, засыпаю. Короче, пойти в этот выпить, а потом пойти в это. А куда там еще надо идти, сходить-то? Оня и Грул Магик. Оня, Грул Магик. Вот. Она чудовищ, там трех еще надо убить, кого надо еще убить? Ну, этих всех дураков, понятно. Да. А это, ЦЛК десятку нам надо так-то леща убивать, блядь, уже. Ну, да надо. Мы долго не убиваем, блядь. Ну, нужны свои, если. Хороший хер. Пока что нет Алисы. Чё, ты дал магу тапки? Постой, как говорит, я лучше тебе дам своего дракона, говорит, по самые глазы. Сука. Готовьтесь, станы давать нахуй на взрослых. Ты куришь хуй сатаны, блядь. Чё, это тоже никто не смотрел? Это я не помню. Отойду на минутку за водой пить хочу. Блять, я без мана. Ну давай книжки почитаем. Мастеров, блять. Сколько я слышу с начала кара, блять. Я без маны, я без маны. Да нихуя потом. Постоянно, я без маны, я без маны, блядь. Только и слышу, нахуй. Меняй паладина на это. Раз меняй на эльф, будешь всегда с маной. Хватило нигейского паладина на этом, блять. На цепку. Бьянный. Да я всегда бабами нахуй был на цепку. Да где моя, блядь? Сука. Чему не убить? Блядь, не успел.
Что такое? Не мог бить. Обычно я сбиваю нахуй седлака с такой. Один станом, один, блять, кентавром, блядь, топотом. Но сегодня я решил проебать. Да. Да. Блядь, так ты шо, ты шо. 4 комбат поинта съебал, не? Ну, только 4 секунды было. Ты визуальный баг. Это аддон. Только мне музыка вырубана. Я тут. Кто еще АФК? Там Рога еще сидит. Рога, второй АФК. Зацепила ты меня. О, смотри, бое, бое. Yes. Не бое, а это. Что за лут? Поставьте группу лут, алло. Мне нужен пояс. Прием. Сейчас. Мастер лутер, блядь. Да поставьте группу лут. Тут же трэш. Ты, блядь, быстрая корова. Но у меня 36 друид, дисперит, приз, я, лука танк, нет, портал. Надо убивать этого пепла, нет? Нет, он нам не будет висеть. Либо его фирму нахуй. Либо из-за ебашенного пуста, нет. Спорно. Какую-то надо убивать. Что с цепи будет? Цепи убиваем. Сука, я в цепи. 4 кадра было сделано. Блять, быстрее. Через размах стали бить. Да. Цепи убил. А что цепи? Я только бил. Вот. Тебе одному интересно не попасть. Я сейчас посмотрю, кто цепи бьет. Дай ему ассиста, пускай он пикнет его на. Что, блядь, так нечестно, нахуй, я один был. Сука, опять на мне, чё за хуйня? Блядь. Нехуй ДПС. Я хоть кара загнался, блядь. Блядь. Ну, четвертый по ДПС, нахуй, нехуй. Ой, что будет на Аране, нахуй, это пизда, блин.
Надо будет давать масфир по Элема. Что-то не показывает цвет в урон. Борода какая. Цепи блокируют, прикинь. Что блокируют? Урон нормы. Бог урана забыл. Ну, давайте сейчас конденсатор нахуй пойдем, блядь. Куда? Почти в дом. Это лучше, чем у меня. Да. Да. Погибель дураков. Такое название, блядь. Погибель дураков. Она лучше минимум, потому что там есть сокет. Ну, я не буду туда пихать. 232 шмот, извините, но там ловкости больше чего. А красивая пуха, да, погибель дураков? Ебать. Ну, ничего такая, я сам да. Трэш, ебать. Вот и погибни, дурак. Смотрел, какая это хуйня. Нежный рок выиграет, побери дураку. Кто сейчас с этим свинцом пламенит? Это Вася, да? Веселый. Самый веселый босс. Кто эта хуйня съебала за фулгиркиным, блядь? Надо тебе в коте просто раздаю. Дискон, не? Не, нихуя. Ну сейчас фрезы начнутся, блядь. Куда зашли нахуй? Мана, назад, блядь. Мана, мана, мана. Пусть падают нахуй, пизду. Блядь. Это Фулгиркин? Где ты? Ай, блядь. Да сдохни уже. Дверь надо открыть. Че, вы заебашитесь? Пробуй пиздить с ним. Сам на сам, да? Сука, только нет. О, рога на венце, рога на венце через гудбу. Я передал, блядь. Ха-ха-ха. Маль. А че, Сима, двинемся, вайп будет? Если венец, то мы подлетим все вверх и сдохнем. Так было, да. Я вчера не сдох, блядь, но потом, блядь, мы убили босса, нахуй, дали рывок кто-то, блядь, ну, крок, нахуй, и меня сработало, нахуй, ревностный, блядь, и я решил что-то вступиться на шаг назад, блядь, и тоже взлетел и умер, нахуй. Понеслась. Кто, сука, там стоит? Кто-то не прошел. Ага. Your shell not pass, блядь. Поднялся, сука. Ну, хуй знает, тоже пуля. Нету пулить, когда он в конце комнаты, блядь. На подходе пулит. Раки, блядь.
из зеркальных изображений сагрился, блядь. Я не прожимал за пул. Сбейте ему косно. Там сбивали, нет. Нет. Ну так, а хули ты говоришь? Это надо, чтобы... Это те, кто без диса, не знают, кто же. Ну, походу, знаю. Походу. А я что, пофиксил, теперь вообще нахуй на этот, блядь? Ну-ка, мельфон, нахуй, назад не бегает, сука. Сука, здесь, смотри, не бежит центр, ну. Бро, на воде, на хиле, блядь. А кран нету на них. О, пошел, блядь. Убежали, ну. Смотри, вся тактика, сука, знает. Уж обидно как-то, блядь. Кипнуть, блядь, некого. Да, блядь. Не знаю, будет. Надо отойти от нее где-то. Вон летает хуйня. Ты тут дохуя будет, блядь. Доходить от них надо. Это будет. Вижу, где ветерок голубой летит. Вот там буря будет появляться. Поэтому нужно просто тупо подойти в центр, а не стоять там опять. Ты лимон смотрел бой за Ужином? Нет, не смотрел. У тебя видео в ВК доступно, я ебалую на YouTube переходить. В смысле? Надо переходить? Я сижу в толчке иногда, мне охота посидеть, посмотреть видос какой-нибудь, он заблокирован нахуй каких авторов. Ты же подписан на YouTube. В смысле заблокирован? Да? Ну, в ВК нажмёт, типа, видео недоступно пока смотрю. Там из-за музыки. А, ну может быть, кстати. Да-да-да, да, пока, этого, пока. Они же платные сделали подписку. Наверное, так и есть. А мне этот заблокировали, да? Ладно, посмотрю завтра. Видео с этим, блядь, Джиналайн, нахуй. Чё, нахуй? А я там, сука, ACDC Thunderstruck, блядь, поставил музыку. Да нет. Там авторские, нахуй, прошли, блядь. Да не видели, заебали, блядь. Какая нахуй разница, блядь. Ну, хочешь использовать плати, хочешь использовать их трек в ролике, потому что согласен с тем, что хороший музыка подбавляет популярность ролику. Либо сам пишешь, либо плати за музыку. Да что ты исполнитель, блядь. Представь, что ты исполнитель, ты получаешь... Смотри, четвертый бот. Ебать, боты заебали. Это твой, блядь, доход. Естественно, ну, если не... Это лучше, чем у меня боты. Да какой доход там, никто не смотрит, блядь. Нет, ты так думаешь. Так так и есть. О, плащ, я иду. Ты монетизацию включил? Да нет, у меня ничего. Нихуя себе, 215-й там левел. Я расту прям как на дрожжах. Короче, я за рубль зацеплюсь, иду воды налью. А куда мы идем? Дальше. На гнев. Как вы думаете, если святилище откроют, там будет сложнее, чем ЦВК 25 или легче? Сложнее. Первое время. Никто не знает. Разве тех, что блядь, на X10 играли, уже открыли контент. Потому что на X10 уже давно все. Поэтому... X10 никто не играет. Ну да, там олдскулы играют. Там даже у меня персонаж есть, ну, Нага, блядь, ретрик. Там, кстати, есть Ока, нахуй. Не Ока, а этот, блядь. Другие РБКшки, нахуй, которые тут не открыты, блядь. Какого-то хуя, блядь. Ну, походу, ЗС с Оком вместе открывать будет с РБКшками скинуть. Паровое святилище еще должны открыть, ну, как там, паровое подземелье. Какая-то эта хуйня, да? Оно вроде рабочее, да, кстати, надо пойти проверить. Обычка работает. Обычка, а Гера? Да. Гера, понятно. Только без маны, хините, ну.
Кто наебывает, что надо, блядь, третью карту, сука, для целка ФМ? Я не знаю. Так писали же вроде на сайте. Так нихуя не написали. Открой лаунчер, посмотри. 10 герб целка заходит с 4. Только за джин на 10 опыт лично. Это зря уже? Да. А, значит в РС-ку 10 брать, 25 герб пускай третий, да. Значит только для РС нужна третья. В десятках скорее всего третья нужна. В десятку скорее всего третья нужна. Ну потому что, ну как, ну четвертый ты, это ты, блядь, четвертый Катя не отнимешься нахуй. Говорил, кто там, блядь, этот, нахуй, что... Асгарды, нахуй, у них там был один приз, четвертый кат. Или кто там, блядь. Четвертой Кате можно спокойно одеться до фулл целка хэм, блин. Даже теми же самими ссылками, на. Да? Четвертый это можно для хэма одеться. У меня еще не скоро третий будет, нахуй. Просто вот, ну, у меня убит же джин. Можно попробовать 25-ку рейд геру создать, попробовать все указать. А, тебе надо что убить, ну? 25. А, да. Ну, как убьем, так и попробуем, блядь, пока что. А, смысл нахуй, блядь, даже если спускаешь 4-й кат, ну, блядь, ну, по 3-й. Лук джин сложный, я потанчить. Нет. Могу его? Потанчить возможно, но там надо немножко понимать. Вообще, ну там только третья фаза будет для танка сложная, блядь. Да нет, все правильно. Тоже, блядь. Вихри отфутболиваются, и ты бегаешь по кругу, и все, блядь. Ой, смотри, как у меня баф висит на 2 минуты. Какой нахуй, надо в траектории бегать, вот вопрос, ну. Давайте быстрее, смотри, какой у меня баф висит, жесткий. Короче. Где-то наносим урон обычно на 80. Короче, тут фиксанули, тут агро хуй сорвешь. Агро на том, на ком, короче, этот, блядь, луч. А какой срок? Любой. Не посрать. Не, блять, я сказал, сука, коту ставить нахуй нас, наверное. На фул гиркин стал, блять. Че, десятки мало? Кот бы долбой. Или че? Кто там разгонится? Двенадцать дал. Фаза. Смотри в телескоп, блядь. Телескоп. Сука. Сука, только смотри. Ну, 12 тысяч дал я. Че еще больше, да? Ну недалеко бьет, ну. Тут можно стоять спокойно, блядь. Некоторые же не успевают скоро убежать. А чё, все уже сейчас лаз, да? Шахматы еще. Блять, там нормальные шмотки под них. Плюс, блядь. О, хорош. Смотри, 14 дам. Это нет, это комбуста тут, блядь. А ты что? Комбуст, ты знаешь, что такое комбуст? Я послушаю, что это буст. Компаш.
там буст, это, короче, уже в катаклизме у магов, нахуй. Такой скилл, блядь. Который зависит от дотов, которые вешаются, нахуй, там, блядь, эти бурс могут дать, блядь, по 200к, нахуй, ДПС, блядь. Особенно на мажордроме, нахуй. Блядь, бежали, нахуй. Куда бежать-то, блядь, а? В угол. Подальше от босса, нахуй. Пожалуй, дэвку даже. Все, пизда пошла, блядь. Я, смотри, за шкафом спрятался, похуй вообще. Следую совету Войда. Смотри, мага на книгах, блядь, с дробяшкой в руке. Хуяна, да? Погибель дураков. Только не думайте красный ловить, блядь. Сразу вас агро пойдет. Синий луч, кто, блядь, кого? Кто? Наш дамагер, блядь. Топ-маг, блядь. Проебываешь, слушай. Просто не зовут. Сейчас сделай скрин, нахуй, короче, блядь. Потом будешь людям накидать в рейде, блядь. Чё за скрин? Скрин, блядь. Чё скринишь-то? Я говорю, сделай скрин, нахуй, что ты ДПС только дал, блядь. ДПС. Добиваем нахуй, мы же не убегаем их возьми. Ну, под бустами 12, а так. Вот этот, вот эта, блядь, шапка постоянно как падает, по КД нахуй. Шапка. Шапка. Хотя вот она лучше, чем у меня, допустим, у солнечного скитальца. Она мне дает меткость, она мне дает крит, дает силу заклинания. Катгарка мне. Как раз тебе кап меткость. Скорость и меткость только, да. Только, видишь, здесь как. 73 к криту дает. И 15 спд. Короче, ее за нили пошли нахуй. Я чуть не упал, бля. Сука, тупо на краюшке на перилку упал. Купился плавничком. Да, я на свою дрейду даже не захожу, но. Шо, я тебя мага забрал, бля? Бля, как же классно магом играть. Тут все спел стилится, все можно спиздить. У мобов что-то можно спиздить. Все то, что можно, то можно, блядь. Если это какой-то баф, а не прок, то можно спиздить его. Я выиграл в бой. Можно было бы бабл спиздить, не? Бабл? Не, бабл нельзя спиздить. Говорю, если бы можно было. Он это вообще классно. Багайда, ходишь, бабл пиздишь, паладин. На арену вышел, блядь. Бабл спиди. Ну крылья вроде можно, да? Крылья можно пить, да. Боб можно. Боб можно, да. Ну да, все можно. С мобов, блядь, тоже. Я тебе говорю, с магом это самое.